Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и сегодня мы заказали нереальную, просто бомбическую вещь на сайте Darknet. Ребята, прямо сейчас, буквально с минуты на минуту, курьер, кстати, вот он уже стучится, это нам принесет. Сейчас я открою. Да, здравствуйте. Смотрите, какая огромная посылка. Сейчас закроем дверь. Еще бы знали эти курьеры, что они приносят в этих пакетах. Они же им просто раздают эти посылки, и они их приносят. Но я, ребятки, вам сейчас расскажу, что я заказала. А перед началом не забудьте подписаться на мой канал. Не смотрите мои видео без подписки. Красная кнопка обязательно должна быть серой. И если вы хотите не пропускать мои новые видео, нажмите колокольчик. И также не забудьте поставить лайк. Больше лайкосов, чаще видосы. Итак, ребята, давайте открывать. В общем, что здесь? О, какая коробочка. Ну, на сайте Darknet всегда что-то они какое-то, у них посылочки такие все, знаете, мистические, прикольненькие такие всякие. Так, огромная шкатулка. В общем, ребят, говорю, что я заказала. Я заказала зелье на сайте Darknet. Зелье сиреноголового. То есть зелье, которое превращает, ну или должно превратить тебя в сиреноголового. Вы знаете, я раньше не пробовала таких каких-то зелий. Там, не знаю, может, было пару видео, я заказывала там в оборотни, что ли, я превращалась, не помню. Но чтобы зелье сиреноголового, это впервые. Эта посылка, ребята, стоит кучу денежек, кучу баксов, кучу лавесиков. Поэтому, я думаю, стопудово будет какой-то результат. Главное, чтобы я просто нафиг не откинулась. Самое главное, потому что, когда пьешь всякую дрянь, ни в коем случае не повторяйте. Потому что, блин, нафиг могут прислать всякую фигню, с которой вы можете вообще потом в больнице оказаться. Ладно, давайте открывать, посмотрим, что они там нам прислали. О, слушай, чувак, походу они разбили. Мне кажется, подсекает. Блин, эти курьерские службы, блин. Короче, ребята, я надеюсь, что там что-то осталось, потому что, ну, походу, уже вон, видали? О, жесть, просто надо быстрее открывать, пока все зелье нафиг не вытекло. Черт. Слышите? Оно нафиг шипит. И воняет жуть как. Очуметь. Я надеюсь, там хоть что-нибудь осталось. Смотрите, какая офигенная бутылочка с этим зельем. Там что-то осталось. Так. Оно же... Смотри, вообще, может, это какая-то кислота нафиг. Сейчас как выпью и останусь, блин, без желудка. Видишь, шипит как. Черт, реально какая-то реакция идет. Смотрите, специальная такая бутылочка у них для того, что они там зелья эти разливают. Я не знаю, может, они их там целыми ведрами варят, эти зелья. Короче, не знаю, ребят, что сказать даже по этому поводу. Так, смотрите, я вообще-то ожидала, что будет какая-то, ну, инструкция, что ли. Нигде ничего. Смотри, сколько они зелья разлили. Очуметь просто, блин. И надо на сайте Darknet оставить отзыв, что их курьеры, блин, вообще неаккуратные. Но, впрочем, как и все, они ничем не отличаются. Блин, чувак, вообще беда. Ну, ладно. Так, я не вижу никаких, блин, понимаешь ли... Это что за звук? Шум какой-то странный. Может, этот курьер только отъехал? Типа как машина. Ну ладно. Короче, инструкций никаких нет. А как ты думаешь, сколько пить-то этого зелья? Сколько там вообще осталось? Давай откроем. Немного попробуем. Сейчас откроем. Вау, черт, аж пробка выпрыгнула. Ну там есть, там много. Там что-то прям нормально еще осталось. Но мы в любом случае сейчас перельем, чтобы посмотреть вообще, какой там цвет, запах. Запах вонючий, знаете, как, ну, я не знаю, как из толчка, что ли, прет. Короче, ладно, я сейчас перелью сюда. О, ребята, напоминает мочу. Кто считает так же, напишите в комментариях, что просто, может быть, они мне туда мочи налили. И нифига это не зелье сиреноголового. В общем, все, я вылила все до капли. Можно это закрывать. Так,
Ну, я что-то не знаю, я что-то побаиваюсь, блин, запах, вот реально, может, они просто там, я не знаю, решили меня затроллить и налили туда мочи какой-нибудь или еще какой-нибудь хрени. Я даже не знаю, это, Дим, сколько мне выпить-то? Весь стакан, блин, я не выпью, чуть-чуть приглотить, вдруг не подействует. Подожди, надо, мне кажется, здесь очень опасно, надо на улицу идти. Черт. А что ты боишься, что я сейчас выпью и сразу такая в сиреноголового превратилась, крышу нафиг и весь дом могу разрушить? Кстати, как вариант, может такой случиться. Немножко попробую, капельку. А смысл? Ты что думаешь, я сейчас капельку попробую, мне такая раз, рука как у сиреноголового. Или там голова как у сирены вылезет из уха. Что-нибудь такое. Ну ж если пить, так пить сразу, блин. Потому что если я сейчас отхлебну, я потом уже, наверное, еще раз так не смогу повторить. Потому что мне так, кажется, ладно, давай тогда все он сразу. Реально противный. А если я помру? Все сразу выпью, блин, и мне станет плохо, нафиг вывернет меня. Короче, ладно. Давай сейчас попробую сделать просто реально глоток. И посмотрим, что будет происходить. Короче, ребята, никогда не пейте зелье сиреноголового из Даркнета в 3 часа ночи, ребята. Это просто будет жесть, это мой первый опыт. И я не знаю, я с одной стороны, типа, хочу, конечно, там, ну, типа, превратиться в сиреноголового, там, на реале, прикиньте, типа, в реальной жизни Ирина Ясинская, там, сиреноголовый. Ну, блин, не знаю. Ну, или это все херня, брехня, но в любом случае, если что-то там случится... Ну вот, они не прислали, может какой-то есть антидот, как мне обратно-то превратиться? Нет, обратно как мне превратить? Нет, тут как типа какой-то код. А, нет, это сколько здесь было миллилитров, написано 30 миллилитров в этой баночке. Как обратно превратиться, понятия не имею. А прикинь, на всю жизнь останусь сиреноголовым, и чё? Может быть, это на временно какое-то? Сколько может выпьешь? Вот именно, может быть. Короче, ладно, я сделаю 2 глоточка. Я думаю, этого достаточно будет, если вообще что-то произойдет. Ребята, ставьте лайкосики, поддерживайте меня. И пишите, как вы думаете, реально это вообще или нет. Так, все, погнали. О, боже. Это просто такая мерзость. Я не знаю, это тяжело перебороть еще. Прям надо нос заткнуть, потому что вонь несусветная. Так, все, короче, на счет 3. 1, 2, 3. А, жесть. Кстати, на вкус какая-то хрень безвкусная. А по запаху реально прям мочой свежей пахнет. И привкус такой вот. Короче, я думаю, реально нам лучше выйти на улицу. Честно сказать, пока ничего так не ощущается. Что-то так, как-то я чувствую себя как-то, ну, как-то, знаете, как-то странненько, что ли, как-то, ну, непонятно. Лаки, со мной снимается моя собака Лаки, ребята, ставьте лайки Лаки. Лаки, ну, пока Лаки ничего не чувствует, что я там сиреноголовый какой-то или еще что-то. Идем, зайдем в наш дом вместе. Подождать, может быть, надо какое-то время, блин, ничего не написано, но вот собака, как бы, она меня... Пока ничего... еще ничего не... Она, не она ощущает. Даже не чует, там, если бы я превращаться начала в сиреноголового, она бы, наверное, так меня не целовала и не обнимала, да, Лаки? Что-то странно. Ничего, ребят, пока вообще абсолютно, ну, ничего не происходит, все что-то как-то вот... Так, что-то... Стоп. Что-то у меня что? Руки покалывают. Руки. Уж мне кажется. Прям как будто током бьет руки. Сводит прям. О, черт, блин! Что? Что происходит? Пальцы как будто. Черт. Блин, Лаки, погоди, пальцы как будто вытягиваются и как будто тянут, блин. На локоть перешло, блин! Офигеть! На локти перешло. Черт. Что-то происходит. У меня все тело как будто растягивает. Ой, черт. Тянет все. Ирина, подожди. Что? Да все тянет тело. Очень. Чем я тебе могу помочь? Да погоди, я себя так-то чувствую нормально. Мне просто
тянет, как будто за ноги, за руки кто-то меня тянет. Черт! Так, что-то отпустила. Блин, я, может быть, я просто из-за того, что сюда зашла. Вот этот привкус вот этой мочи вот во рту. Ой, прям... прям тошнит аж. У меня такое ощущение, что, блин, это не зелье сиреноголового, а какая-то, блин, отрава. Мне просто что-то... Живот. О, черт. Офигеть, блин. Не знаю, реально это... Не знаю, реально это превращение какое-то. Сколько? Ты половину выпила? Я 3 глотка сделала. О, черт, мне что-то душно так. О, дышать нечем. Черт! 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 Ирина, Ирина, Ирина! Ирина! Пить хочу! О, воды! Ирина, сейчас я принесу воду! Воды! Давай, воды, воды! Ирина! Ирина, где ты? Черт! Я не пойму, куда она делась? Ирина, ты где? Ирина, я нашел воду! Черт! Куда она подевалась? Ирина! Ирина, где ты? Ирина! Лаки. О, черт. Неужели Ирина превратилась в сиреноголового? Надо спрятаться. Лаки. Что это? Ирина, неужели ты превратилась в сиреноголового? Ирина, что происходит? Черт, как я здесь оказалась? Что это за херня? Я на дороге видел сиреноголового. Я как здесь оказалась? Черт. Слушай, походу меня блевануло этим зельем. Черт. Как я здесь оказалась? Я не знаю, я отвернулся на секунду, и ты пропала. И ты говоришь, что ты видел сиреноголового? Да, на дороге я видел сиреноголового. И что ты думаешь? Мне кажется, зелье сработало. Я была на дороге, я была сиреноголовым, а потом я не знаю, зелье закончилось, и я просто выблевала все это. Короче, это было... О, черт, ребята, этого просто не может быть. Если Дима говорит правду, и он видел сиреноголового, значит, это была я, если я исчезла и здесь появилась. И, короче, я после того, как выблевала нахрен... А почему я пила желтый, а выблевала зеленый? Как будто я из себя выблевала этого сиреноголового. Очуметь, ребята, просто жесть. Короче, если вам понравилось это видео, в принципе, знаете, такое состояние просто хреновенькое, когда тебе ломают кости, и ты превращаешься в какого-то монстра. Напишите в комментариях, какое еще зелье на сайте Darknet заказать, ребят. Потому что это просто чума. Лаки, нельзя! Ты что, ты в сиреноголового превратишься? Короче, ребята, с вас лайк, подписка и до новых встреч в новых мистических видео. Пока!